Традиционно в начале апреля Брестский государственный университет имени Пушкина становится местом встречи молодых журналистов Беларуси и России, площадкой для открытых дискуссий и творчества. Вот уже в пятый раз на филологическом факультете проходит мероприятие, объединяющее всех тех, кто ценит слово и его значение в современном информационном пространстве. Молодежному проекту «Неделя журналистики» в этом году исполняется 5 лет. Этот проект был инициирован студентами специальности журналистика. Это здорово, потому что есть студенты, которые способны генерировать идеи и их реализовывать. И в эту неделю, я полагаю, мы такой же дружной командой сможем сделать 5 рабочих дней приятными для ее участников и слушателей, поскольку на неделе журналистики могут присутствовать и слушатели. Это учащиеся средних учебных заведений города Бреста и Брещины. На самом деле интересно все, потому что это, опять же, другая страна, другой народ, другое представление о журналистике как таковой вообще, поэтому очень интересно. Мы в нашем университете вообще любим путешествовать по различным форумам, но впервые бываем в другой стране. Неделя журналистики в этом году получилась большой, насыщенной, 5-дневной. Ни минуты покоя, только движение. Такое кредо подарили юбилейному мероприятию его организаторы, опубликовав заранее насыщенную программу. Мастер-классы, встречи, открытые диалоги и даже медиа-квест. И это только малая часть того, что ждало и ждет молодых журналистов. Однако и это не самое главное. Межвузовская коммуникация и сотрудничество. Вот к чему стремятся и авторы идеи, и участники недели. Увогуле коммуникование поміж институтами, я думаю, налаживание этих сябровских связей, это так само вельми важно, как для факультетских выданий, так и для университетских выданий, и так далее. Потому что я лечу сябровать университетами, это первая мета, для которой мы собрались тут. Я думаю, кроме образовательной составляющей, конечно же, очень важно именно вот как слет такой, вот знаете, профессиональный. Я вот познакомилась с вашими брестскими ребятами, они уже приезжали к нам в этом году. То есть, ну, это интересно, дружить вот так вот. Ну, и журналистика такая сфера, общение, да, коммуникация, то есть как-то вот это очень, это правильно. Медиа-квест – одна из форм работы, предусмотренная программой форума. Ее задача – объединить в одной команде ребят из разных университетов. Цель – вместе выполнить журналистское задание, итогом которого должна стать публикация. Имея на руках лишь тему, молодые люди должны научиться работать командой, искать новостные поводы, знакомиться с интересными людьми. Подобные мероприятия призваны стать хорошей практикой для молодых журналистов, которые совсем скоро пополнят ряды акул пера белорусской журналистики.